Только что проезжал пост Звягель на трассе Киев-Чоп. Увидел, что стоит весовой контроль. Полицейские останавливают фуру, щебневоз, который возит щебень. Я подъехал. По накладной водителя, конечно, было, что все нормально. Там перевеса нету, все как нужно, все в нормах. Заехал он на весы. Но почему-то весы не показали его веса. А почему? Из-за того, что я стоял с камерой. Но при этом весовщик записал себе на отдельный листочек на свой номер автомобиля. Для дальнейших каких-то, наверное, действий. Чтобы кто-то что-то ему за это заплатил. Потом, конечно, транспортники начали останавливать еврофуры. Конечно, чтобы они заехали на весовой контроль. Правда, их поднятые оси были, там понятно, что они пустые. Там, или фуры, которые шли в тире, под тиром, которые проходят весовой, у их перегруза, ну, теоретически не может быть, потому что они пересекают границу, там, где как минимум двое весов. Ну, как-то так. Здравствуйте. К вам приехал ревизор. К вам приехал ревизор. Бачим. Я понял. Что у вас тут? Порядок. Важите? Будем. А чего? Як чего? Бачите, что дороги роблять. Ну я понял. И гриф не важить. Да ладно. Сейчас проверим. Как проходит процедура, проверим. Машины не будут мешать? А? Вони заїдуть там, вони. Чи нема самих цих транспортників? А, це... Це без... просто приїхали на сам. А транспортнику нема? Тут мають сидіти. Що ви будете машину затримувати там із транспортниками? Ні, зараз вони заїдуть, якщо там нормально. Якщо там буде перегрузка, то вони будуть далі, щоб записати. А. Там його 23 700, наприклад. Ну, накладна, це накладна. Да. Смотрим, как проходит процедура так. Нежданная. А? А так, проезжал мимо, смотрю. Мне с веса стоят, думаю, надо доехать, посмотреть. Да можно, да ладно, постоянно есть. Просто меня не замечают не всегда. Все нормально. А сколько за нормально? А? Сколько? 36. А? 37 тонн. 36 или 37? Не зафиксировал. А чего? А что не фиксировало? Быстро проехал, не зафиксировал. Быстро проехал? Ага. Вон оно что. Ну, конечно. А вы точно не можете сказать, да, сколько там 36? А что вы сделали 36? Может там 26 было? 26. Я посмотрел по осям, по полной массе. Ну а какая полная масса у нее была? А? Какая была полная масса? Да, до 40 тонн полная масса. Не, ну я понял, ну вы же... 36, не, ну, 36, не, ну это если бы на глаз говорили, бы тут... Порядок. У вас же прибор стоит, что? А? Да. Ну а сколько он показал прибор? Почему не зафиксировал его? То смысл тогда вот это вот инспектора их загонять, если вы не фиксируете? Ну да, швидко проезжает, и оно... Нам вот повторно надо было его, наверное. Можно и повторно.
Не, ну хорошо. А смысл его гонять туда-сюда, если у него нормально. Ну а смысл тогда вообще важить его, если, ну, вы ж... Если нормально, если его, если было есть перевантажение, можно вернуть его назад. Не, а откуда вы знаете, что там нема перевантажения? Откуда вы поняли, что нема перевантажения? У меня все компьютер есть. Да вы же говорите, что он не показал. Он показывает все. Ну так сколько было тоннаж его? 36 с чем. Можно увидеть ваш компьютер, да, вот цифровой? Ну вот, он же показывает четко в цифрах, да? Я просто не знаю, он четко в цифрах. И вы не видели, сколько он цифр показал? Я увидел, сколько он показал. И сколько он показал? 36, 37, да. Черт не знает сколько, 36, да? А чек можно увидеть? Нет. А чего? Потому что его не зафиксировало. Ну как не зафиксировали? Ну вот так не зафиксировало, ну, что вы действия провели? Я подивился, что у него есть все нормально. У него а номер, с чем вы записали его? А номер, с чем его записали? Я записываю для себя, для отчета. Потом просто отшелестел, да, получается? Что? Отшелестел потом как-то. Отшелестел? Да. Ну. Это я отшелестел. Ну, листья, чтобы падало и шелестело. Может, как-то так, я понял. Окей, я понял, молодцы, да, правильно.